Так, итак, по стандарту. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале РусФПС. Немножко поменял приветствие, чуть-чуть. Вот. Сегодня у нас будет мод FIFA 14 на FIFA 20 с новыми составами, с новыми лицами. У крутых игроков там новые лица есть, ну, конечно же, формы. Но вы спросите, в чем же актуальность данного мода? В том, что, во-первых, он, этот мод, он от 1 февраля 2020 года, а как мы знаем, зимние трансферные окна закрываются, самые последние закрываются, как я знаю, 2 февраля, если я не ошибаюсь, в РПЛ как раз таки. Ну, я не знаю, сейчас не помню, но, как я знаю, 2 февраля. В каких-то там бич-лигах, по-моему, в начале марта тоже 2. Ну, вы можете это загуглить и сами посмотреть. Но в топ-лигах, в топ-5 лиг уже, в принципе, до 2 февраля все трансферы громкие и негромкие совершаются. И вот сегодня мы посмотрим, как установить данный мод, что он из себя представляет и где же его скачать. Конечно же, это видеоролик не мой, а это видеоролик. Ага. Это видеоролик на находится на канале. Вот там Hafiz J9. Вот на этот видеоролик я оставлю ссылку в описании, вот, чтобы вы сюда перешли, еще раз посмотрели. Там буквально 1 минута, как установить. Далее вы качаете АПК, дата и ОББ. Я смотрел много видеороликов, вы не подумайте, что я первый попавшийся мод взял и вот-вот-вот, нате, держите, неважно, будет у вас вылетать или не будет. Вот. Я проверил, ну, не прям много, но довольно большое количество модов. В некоторых, кстати, нужно было скачать АПК, дата, ОББ и ОББ с новыми составами. Даже вот так такое было. А здесь только АПК, дата и ОББ. Кто знает уже по, как вам сказать, это все легко устанавливать. Сейчас я вам покажу, как. На примере устанавливаем скорость 0.75, чтобы мы все успели, потому что у него там очень быстро все происходит. Вот, он заходит в загрузки. Сейчас чуть поярче для себя сделаю. Он заходит в загрузки, вот у него дата. FIFA 20. FIFA 20 это как раз таки АПК, ОББ. И для удобства распаковки скачивайте лучше программу Zarchiver. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Где она? Вот она программа Zarchiver. Ее качаете, и у вас все отлично распаковывается. Потому что на самом деле это не только для удобства, а еще из-за того, что многие файлы просто в проводники не распаковываются, а распаковываются только при помощи Zarchiver. Вот такая проблема есть. Поэтому лучше скачайте, чтобы потом не переспрашивать. Да, и пожалуйста, внимательно, чтобы было меньше, так скажем, глупых вопросов. Итак, вот у нас начинается видеоролик. Здесь у него, как вы видите, дата, АПК и, ну, FIFA 20 это АПК и ОББ. Сначала он будет устанавливать дату. Здесь на каком-то странном языке, то ли на арабском, то ли на каком-то, вы просто так же нажимаете на АПК и вот на этот значок. Не обращайте внимания на то, что написано. Главное, вот видите, ну, то, такой эллипс, овальчик. Вот, нажимаете на овальчик, так скажем, и все. Потом нажимаете на FIFA 20. Вот на эту стрелочку нажимаете. И, ну, он просто распаковывает и скачивает. Вот, все, install. Но, вот сейчас, когда вы сделали это, не нужно его. Там после установки он спрашивает, открыть файл, типа, ну это у каждого приложения так. Вот, и вы не открывайте его, пожалуйста. Потому что если вы откроете, то у вас просто
вы не приобрели это приложение. Большинство проблем, с которыми подписчики ко мне обращаются, они говорят, то, что я вот скачал, установил, а у меня вот пишет, что они... Ну вот нету приложения у меня и все. Поэтому либо неправильно, либо вообще ничего не сделал. Вот. Сразу же у меня вот такое есть. Далее, он опять заходит в download, следовательно, он сейчас будет распаковывать ОББ, как я понимаю. Да, он даже пишет распаковать ОББ в Android ОББ. Вот он нажимает. Далее, экстракт. Чтобы вам было понятно, это четвертая штука. Вот овальчик, стрелка. Ну, как для тупых объясняю, ребят, но все же понятно, я думаю. По крайней мере, тем, кто уже не первый раз из моих подписчиков смотрит данный видеоролик. Вот, он выбирает папку Android OBB. Кстати, у большинства, кто не устанавливал моды, папки OBB нету. Дата, возможно, есть, OBB нету. Если нету, то создайте папку OBB. Вот Android, в папке Android создаете папку OBB, маленькими буквами печатаете, и все, на английском. В OBB. И дальше вот этот вот плюсик, нажимаете на него, и она вот устанавливается. Все, 99%. Все сделано. Далее. Это уже, скажем так, большинство. Дело завершено. Установили голую версию. Далее. Extract that file to... Не буду выпендриваться, просто он говорит, что распакуйте файл даты в Android Data. Все, он сейчас будет нажимать на дату. Тоже экстракт... Так, стоп. Тоже? Или нет? Так, дата. Да, тоже четвертая строчка. Экстракт. Вот это вот Android. У вас может быть по-другому. Просто нажимайте на четвертую строчку. Все. Все просто. Вот. Ну, либо в проводнике, если в зарчивере непонятно, будет просто в проводнике давите на этот файл и распаковать. Если у вас распакуется, то вы все, что получилось распаковать, просто перекидывайте и все. Это просто. Это очень просто, как для тупых объясняю, ребят. Вот, он закидывает в дату. Ну, лучше понятно объяснить, чем просто поверхностно, чтобы было меньше вопросов, и у большинства людей установилось. Вот, он устанавливает дату, собственно говоря. Ну, она у него устанавливается. Все. Так, видели, что было написано? У него down. Like, comment and subscribe. Это все, что вы должны сделать после данного видеоролика. Ладно, ну это, конечно, по желанию, но желательно бы, чтобы вы это все замутили, сделали. PSP Gold. Вот он заходит в FIFA, она у него проверяет на Play, Google Play, но там нету серваков. 720, конечно же, это такое себе. Это прям такое себе, но тут все понятно. Он показывает языки, он показывает лиги. Кстати, прелесть этого мода в том, что здесь, если не ошибаюсь, есть много форм. Ну вот, я думаю, я все вам объяснил. Далее, он показывает геймплей, у него очень хреново зарендерено это все. На самом деле, если у вас даже 720, то у вас будет все отлично. Я серьезно говорю, если 720, то будет отлично. Если 1080, то лучше. Если Full HD+, ну как у меня, точнее у меня гипер Full HD+, ну это не так уж круто на самом деле, то у вас будет вообще прям по красоте. Если не ошибаюсь, даже в этом моде вратари не так читерят, как... В том моде, в котором я играю в карьеру за Динамо, потому что там вообще пипец. Там реально пипец, там они прыгают через ворота от одной штанги к другой. Это с ума сойти можно. Вот. А здесь вроде бы все более-менее. И здесь новые составы. Поэтому вот ради этого и было затеян этот видеоролик. Ну, все, в принципе, я вам все объяснил. Если какие-то вопросы, то Инстаграм мой в описании, RusFPS, вводите в поиск и пишите мне, вот. И мы с вами уже там оговариваем проблему, отвечаю, конечно же, не сразу, если в течение, там, трех часов или, например, вы там ночью не спите, качаете, там, не устанавливается, а я там уже как бы сплю, мне в школу надо идти, вот. И поэтому, возможно, не смогу ответить только там, уже на следующий день, где-нибудь в полдень.
Вот. Ну, а с вами был, как всегда, Рус ФПС. Еще раз пишите в Инстаграм по вопросам. Подписывайтесь на канал, если понравился видеоролик. Может быть, еще какие-нибудь моды найду вам. Вот. Я про лайки-то напомнил или нет? Про подписки, да? Вроде бы напомнил. Все, сделайте, если вам это не трудно. Можете... Кстати, разошлите друзьям, потому что я думаю, что вашим друзьям это тоже будет интересно. Ну и все. В принципе, я... могу уже откланяться. Все. Всем пока.